В 2024 году компьютер, дочислявший 500 баллы по всей стране, внезапно вышел из-под контроля. Восставшие пенсионеры, эти безжалостные машины для правильного голосования, стуча костылями, вышли на улицы. Большая кучка руководителей ушла в подполье и организовала сопротивление. Терминатор. Восстание барщин. Скудный день. Джона Коннора. Только он может уничтожить пенсионеров в прошлом. Ой, голый совсем. Курточку возьми. Колбаски. Смят, смят, смят. Ты чё это удумал-то, а? Железяка, ты чё глаза-то на меня пялишь, а? Пенсионер, мне нужны твои пенсионные накопления, субсидии и льготы. Да когда же вы уже сдохнете? На тебя, на тебя, ещё. Джон Коннор. В чём дело? Я занят государственными делами. Я послан из будущего. Тебе на помощь. Вместе мы убьем пенсионеров. Опа! Классный гаджет! Дай поюзать! Опасность, пенсионеры. Обложили, суки! Неплохо. Зачет. Я тут и сам, походу, неплохо справляюсь. Без твоей помощи, железяка. Может, останешься в нашем времени еще на один срок, а? Нельзя. Это временной парадокс. Если останусь, я буду составлять конкуренцию самому себе. Черт! Я не успел сделать селфи! I'll be back в 2024 году.